Иван Агеевич Агафонов родился 15 июня 1933 года. Работал в Амурском театре драмы, в Благовещенске и в Дальневосточном драматическом театре. В 1985 работал в Московском областном театре им. А. Н. Островского, затем играл в Московском театре имени Ермоловой. Преподавал актерское мастерство, умер в Москве 4 сентября 2005 года. Похоронен на Митинском кладбище. 167 участок.